Глава города Айсен-Николаев провел традиционный субботний объезд. В поле зрения попали строительные работы на 202-м микрорайоне. В начале июля этого года был дан старт строительству 5 социальных объектов. Работы ведутся в рамках государственно-частного партнерства между мэрией, правительством и компанией «Газэнергомонтаж». Айсен-Николаев посетил строительство школы Айкагата. В трехэтажном здании национальной школы площадью 11 тысяч квадратных метров будут созданы все условия для обучения. Школа на 550 мест включает в себя мультимедийные аудитории, лекционные залы, лаборантские комнаты, театральную студию. Работы ведутся без отставания. Объект должен быть сдан в эксплуатацию в декабре 2018 года. Далее мэр осмотрел строительство Дома культуры имени Юрия Гагарина. Работы идут согласно установленному графику. Строители заверили главу о том, что, исходя из темпов, досрочно выполнят свои обязательства. Мы уверены, что эти объекты в первую очередь будут сданы в срок. Поэтому у нас никаких сомнений нет. И коллеги из администрации города, мы находимся в постоянном контакте, постоянном мониторинге. Надеюсь, что не будет срывов. Данный объект – это Дом культуры имени Юрия Алексеевича Гагарина. Объект строительства второй очереди. Срок сдачи его – ноябрь 2019 года. Но как вы можете увидеть, что на 40% каркас уже возведен –